акционерное общество «Русал Ачинск» выделяет 15 миллионов рублей на реализацию следующих мероприятий. Благоустройство сквера памяти воинов-земляков-защитников Отечества в поселке Тарутино. Ремонт Ключинского культурно-досугового центра. Ремонт муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Малиновский детский сад». Ремонт муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Горный детский сад». Ремонт муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Каменский детский сад». Ремонт муниципального казенного образовательного учреждения «Преображенская средняя школа». Ремонт муниципального казенного образовательного учреждения «Тарутинская средняя школа». Ремонт фельдшерского акушерского пункта в селе Лапшиха. Подписывается соглашение о социально-экономическом сотрудничестве между муниципальным образованием Ачинский район Красноярского края и акционерным обществом «Русал Ачинск» на 2021 год. Сегодня присутствовали при значимом событии, историческом. Наверное, впервые такое произошло в истории Ачинского района. Было подписано соглашение о социально-экономическом партнерстве, сотрудничестве. Напомню, что это соглашение родилось не на пустом месте. Это было один из пунктов моей предвыборной программы, в декабре месяце, да, где я хотел привлечь дополнительные инвестиции в бюджет района в размере 15 миллионов. Вот это сегодня произошло. Соглашение мы подписали. Это означает, что средства, о которых я сказал, они уже в бюджете района. И по сути можно уже проводить конкурсные процедуры для реализации тех мероприятий поселковых советов, которые мы наметили. Понимая, что это и произойдет, поэтому я чуть-чуть раньше дал команду своим специалистам провести конкурсные процедуры или подготовительные все процессы к проведению конкурсных процедур для того, чтобы нам не терять времени, ну и уже включиться в этот процесс. Если говорить о том, как выбирались приоритетные направления, все очень просто. Мы опирались на мнение жителей района, мы опирались на мнение глав сельских советов, депутатов районного совета. Я лично сам бывал в поселковых советах, видел эту проблематику, общался с главами. В перечень объектов попали социально значимые объекты. Это школы, это детские сады, это общественное пространство. Увидел своими глазами очень-очень много проблем, которые сегодня нужно закрывать. Ничего сверхъестественного мы там не придумываем. Это капитальный ремонт этих помещений. Это ремонт кровли, ремонт полов, замена оконных дверных блоков. Да, и таких проблемных вопросов, к сожалению, очень много, и они копились с годами. 15 миллионов – это серьезнейшее подспорье, хотя, конечно, этого недостаточно, этого мало. Поэтому, конечно же, хочется сказать огромное спасибо руководству «Русал» за то, что они идут нам навстречу, за то, что оказывают вот нашему бюджету такую помощь, которая в итоге будет направлена на помощь для жителей Ачинского района. Ну, чтобы вы понимали, что у нас вот этим соглашением наше сотрудничество не заканчивается, оно продолжается, и мало того, в период по Петра Яковлевича многие проекты, которые есть в нашей компании, это «Помогать просто», это «Территория Русал», они уже были и будут реализованы в этом как бы муниципальном образовании Ачинский район. Сегодняшнее соглашение лишь усиливает наши дружеские взаимопонимания в отношении того, что есть объекты, которые нужно приводить в порядок. Мы открыты для диалога со всеми как бы учреждениями, потому что проекты у нас каждый год, в них нужно просто участвовать, подавать свои заявки, они рассматриваются и реализовываются. Мало того, в нашем депутатском корпусе в Ачинском районе есть депутаты от завода, которые также реализуют свои проекты, свои обещания в ходе выборной уже нормальной работы в Ачинском районе.